Летучие мыши иногда прилетают в подъезды и на чердаки домов, устраивая себе место для сна и отдыха. Этот факт подтверждает история, которая буквально неделю назад случилась с Андреем Тарасом Башта из Львова. Жители многоквартирного дома позвонили ему и попросили убрать летучих мышей, которые поселились у них на балконе. Специалист приехал на место и не поверил своим глазам. Он, конечно, ожидал увидеть крылатых, но не настолько много. Жители многоквартирного дома нашли у себя на балконе летучих мышей. Сначала прилетела всего пара особей, и хозяева думали, что гости вскоре улетят. Они забрались во все щели и даже в мешки с овощами. С каждым днем количество мышей только увеличивалось, словно они звали всех своих друзей в это теплое местечко. Для выселения нежеланных гостей вызвали специалиста. Даже он был в шоке от такого количества гостей. Андрей Башта рассказал Метро, что мыши выбрали этот балкон для совместного проживания и спаривания. Всего на балконе было около 1700 мышей. По мнению исследователя, это рекордное количество особей как минимум для Украины. Рассмотрев мышей поближе, специалист предположил, что 80% из них молодые особи. Мышат выдали их шикарные крепкие зубки. Они выбрали это место для зимовки и спаривания. Всего за неделю летучие мыши заполонили весь балкон и запугали хозяев квартиры. Специалисту понадобилось 4 часа, чтобы выловить и вынести всех особей. Они не очень-то хотели уходить со своей постельки и постоянно расползались по сторонам. Многие даже кричали, хотя обычно летучие мыши не издают громких звуков. Андрей Башта выпустил мышей на улицу, и они улетели в поисках нового убежища. Сейчас во Львове достаточно тепло, и мыши не должны замерзнуть. Хозяева квартиры сразу же заделали все щели на балконе, чтобы больше ни одна мышь не проскочила на их территорию. Спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, ставь лайк. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, видео выходят каждый день.